Хотел быть военным, это был его долг, это была его гордость. Он был замечательный муж, замечательный солдат. Он всегда говорил, что он будет до конца, до победного. Мы им очень гордимся. Подписал контракт, уехал в Украину. И не думал, что так все получится. Спасал свою боевую машину, попал под артобстрел. Иначе не мог. Он был очень добросовестным, ответственным, очень дружелюбным. Его все часто уважали. Последний раз он позвонил, и то в СМС-ку прислал 26 числа марта. И все. Потом до 26 апреля не было ни звонков, ничего. Очень трудно. Ну, ждали, надеялись на лучшее. Мы даже не думали о том, что он, как говорится, погиб. Как-то и в голову не приходило, что он погибнет. Вот случилось так.